Снег с новосибирских дорог не успевают вывозить, потому что не хватает техники. Сегодня об этом заявил глава профильного департамента мэрии. Нужно еще 200 машин, тогда парк можно будет считать укомплектованным. До полутора полос у нас, к сожалению, сужение есть по улицам. Поверьте, у нас очень много надзорных органов, которые контролируют, выписывают ежесуточно, выписывают предписания, в том числе и по тем улицам, по которым вы говорите, указывают нам конкретные сроки по устранению этих замечаний. И если мы их не выполняем, то нас очень сильно штрафуют за это. Впрочем, конкретной информации, когда снег вывезут, например, с центральных городских улиц, нет. Зато чиновники огласили другую дату. До 10 марта управляющим компаниям необходимо очистить от снега крыши домов, иначе жилищникам грозят солидные штрафы.